Всем доброго времени суток, с вами опять Прыгун, и мы продолжаем с вами играть в игру Among the Sleep. И как вы помните, в прошлой серии, в конце, мы с вами попали в это странное место. Давайте же посмотрим, что здесь происходит и куда мы вообще прилетели вот через эту трубу. Вообще все, что происходит, довольно-таки странное. Смотрите, а не выросли мы случайно? У меня такое ощущение, что мы подросли чуть-чуть. Так. Довольно-таки страшная игра. А, может быть, нам медведя с собой взять? Давай, иди к нам, Мишка. A playhouse. What's that doing here? Да, вот мне тоже интересно, что это за домик. Там какие-то качели. Интересно, а мы можем туда упасть? С виду домик довольно-таки приветливый. Свет в окне, цветочки. Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Да, давай. Whoa, look at this place. Что это такое? Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. Да, давай попробуем. It seems like these are connected somehow. Да, они соединены. И здесь, похоже, чего-то не хватает, да? Maybe it requires some sort of key. Нам нужен ключ. Is there anything we can use? Ах, да. Так, подожди, а куда этот ключ применить? Так, ну так-то понятно, что да, вот у нас есть медальон нашей мамы, да? Let's find a way to open it. Медальон появился вот здесь. Что это такое? What did you find? It's rather small, but it looks like my paws might fit. Aha! It's a button. That's it. Что произошло? It seems like the memory you share with her unlocked the door. Отлично. Maybe. Пошли. If we can find more memories like this, it might bring us to her. Все это воспоминание. It looks like we need three more. I wonder where this will take us. And to be honest, it scares me a bit. But don't worry. I'll do my best to keep you safe. Pick me up whenever you're ready to go. Я уже тебя взял на руки. Смотрите, опять пропасть. Ладно, погнали. Да, довольно-таки игрушка. Очень необычная.
Там кубик. Не один. Well, this doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Меня не покидает ощущение того, что вот этот вот мишка, да, он не просто так появился, и вообще он в курсе всего, что происходит на самом-то деле. На самом-то деле он в курсе всего, что происходит. Только зачем это все? Я, например, не совсем понимаю. Что такое? Тихо. Правильно. Пойдем дальше. То есть поползем. Потому что так оно чутка побыстрее. Whoa. Over there. It looks like another memory across that bridge. Так, а как нам туда попасть? Is there a way up this tower? Так, у нас уже две совы. Смотрите, это типа качели что-то. Так, надо что-то поискать. Это у нас что? Это какой-то пенек. А мы его можем подвинуть? Можем, наверное. Хотя я, в принципе, сомневаюсь. Нет. Лопатка. Нет, лопаткой мы ничего тут сделать не можем. Ну, значит, пойдем пока вниз. Может быть, мы там чего-нибудь да найдем. Смотрите, дверь какая-то. Сарай. Вот еще одна сова. Так, у нас уже... Алло? Дайте мне выйти. Кто-то идет. Тихо. Кто это? Да я и так понимаю, что нам надо быть осторожнее. Кто-то ведь здесь есть. Так, я предлагаю применить к этой качели то, что у нас есть в инвентаре. Ну-ка попробуем. Или мы еще...
еще не все нашли, что ли? Так. Так, так, так. Что же нам делать? Туда мы сможем залезть? Нет. Тихо, тихо, тихо. Тут вообще край земли какой-то. Так, я не понимаю, куда нам дальше идти. И что нам делать? Что нам предпринять? Да, есть качель. Нам надо, чтобы туда что-то прыгнуло, что ли, или упало. Сейчас еще один момент. Нам, в общем, надо разместить здесь как можно больше груза, чтобы мы могли попасть вот на эти, на эту площадку. Так, и тогда что? Давайте смотреть. Я думал, что мы в песочнице сможем что-то раскопать, но похоже, это не так. Обратно мы не можем идти, значит, надо идти вперед. Но, по-моему, впереди там ничего и не было. А, как же не было, смотрите. Появилась калитка. Конечно, надо было сразу нам туда идти. Довольно-таки стрёмно. Хочу я вам сказать. Что это такое? Тихо. Так, тут что-то должно быть. Смотрите, еще одна яма. Обалдеть. Так, использовать Тедди как фонарик. Подождите. Что нам можно использовать как фонарик? Прошу прощения. Управление. Вот эти трудности перевода, это, конечно. Так. Странно, но тут ничего и нету. Может быть, F? Точно. Мультифункциональный Тедди у нас оказывается, да? Ну, так, по крайней мере, что-то видно. Я тоже надеюсь. Так, вот еще что-то. Еще одна сова, да? Отлично. Пошли дальше.
дальше. Зловещая игрушка какая-то. Итак, куда мы вышли? Там у нас край земли, пойдемте направо. Игра нас интенсивно пытается запугать. И это явно ощущается. Так, если я не ошибаюсь, нам нужна еще одна сова. Здесь мы уже были, да? Пойдемте обратно. Посмотрим, что там. Угу. Я, кажется, догадываюсь, что нам надо сделать. Отлично. Так. Все, теперь у нас есть еще две совы. Так, давайте теперь найдем дорогу обратно к той качели. Тудыть в качели. Очень страшно. Я думаю, что сейчас у нас все получится. Еще одной не хватает. Блин, интересно. У нас совсем не получится попасть на... Точно, ёлки-палки, а где же еще одну брать? Что мы пропустили? Интересно, а туда дальше мы уже не сможем, да, пройти? Там дальше уже какое-то нечто. Давай, Тедди, подсвечивай нам. Тут уже все. Смотрите, какие следы. Мужские следы. То есть следы от мужской обуви. Там вот еще что-то непонятное. Что у нас тут? Собственно, здесь... Так, а как нам попасть туда? Только так. Что тут? Рисунок? Все, последняя сова нами найдена. Отвратительные звуки.
происходит вообще непонятное. Страшное. Валим. Давайте, давайте. Осталось совсем чуть-чуть еще. Все. Теперь у нас полный комплект сов. Теперь мы сможем попасть вот сюда. Так, и что это такое? Все у нас получится, не переживайте. Все будет хорошо. Только бы это все не стало рушиться. Еще одна лопатка. Вот он, мост. Опять попадаем сейчас в зазеркалье, я так понимаю. Зазеркалье воспоминаний. Так. All right then. One more time. But that's it. Что это такое? Балерина из музыкальной шкатулки. Oh, finally. We must be getting closer. Я здесь хочу пройти побыстрее. Такие подвесные мосты, они просто для того и предназначены, чтобы обрываться. Ну, погнали. We made it back. Мы попали туда же. И... Давай посмотрим, что там. Что-то изменилось. А, мы же достали второй предмет воспоминания, который сможем разместить во вторую ячейку. Помните, справа от этой круглой двери? Ну, то есть сначала нам нужно разместить ее вот здесь. She must be so worried about you. Медведь не накаляет. But don't be afraid. Обстановку, ладно? You and me will work this all out together. I know we will. Well, you know the ropes by now. Так, подождите. Странно, я почему-то думал, что нам надо. А, ну все правильно. Давай, закрываем дверь. Почему этот предмет воспоминания не появился здесь? А, он появился тут. Четыре их, оказывается. Ёлки-палки, сколько нам еще надо найти? Ну ладно. Очередная бездна.
Мы с вами попали в очередное страшное место, по которому я предлагаю уже побродить в следующей серии, потому что я думаю, что это займет уже какое-то время, и не так-то легко тут будет разобраться совсем. В общем, знаете, мне, в принципе, игра понравилась. Поначалу она вызвала такое неоднозначное представление о себе. Вот, теперь же тут кажется все гораздо серьезней, чем было в начале. В общем, всем, кто смотрел, большое спасибо. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, до следующей серии. Пока!